Здравствуйте, дорогие друзья! В сентябре 2019 года в рамках экспедиции по Рязанской области мы посетили много интересных мест, и одно из них – «Пьяный лес». Обзорный фильм по экспедиции уже вышел на нашем канале, и если кто его не видел, то посмотреть его можно, перейдя по ссылочке в описании под этим фильмом. В «Пьяный лес» мы поехали совместно с Евгением, автором и ведущим канала «Разгадки истории». На его канале также вышел фильм. Обязательно посмотрите его версию увиденного в этом загадочном месте. Этот лес, конечно, не Бермудский треугольник и даже не Курская магнитная аномалия, но тем не менее это место, плотно обросшее легендами и не дающее покоя ученым, колдунам и праздным туристам. Для начала, как всегда, любимая вами краткая официальная историческая справка. Прямоугольный лесной участок входит в состав государственного казенного учреждения «Шиловское лесничество», Центральное участковое лесничество, ТОО «Приокское», квартал 2, выдел 5, возраст насаждения 55 лет. Ученые-исследователи объясняют искривление стволов влиянием геомагнитных излучений Земли и погоды, вихрей 1971 года и резких перепадов температур, но точные причины аномалии, считают, определить невозможно. С этим лесом связаны различные легенды и сказания, например, о Бура-Яге, не путайте с Бабой-Ягой. В рязанском эпосе Бура-Яга сохранилась как злобная и крайне опасная старушонка, сеявшая смерть, безжалостно пожирая несчастных живьем. Она появлялась на огнедышащем коне, прыжки которого порождали огненный вихрь. Согласно официальным исследованиям ученых, было установлено, что сосны начали расти правильно с 1980 года. Значит, в это время неустановленный поражающий фактор, влияние которого продолжалось на протяжении 5-6 лет, перестал действовать. Другая версия объясняет появление пьяного леса сугубо климатическими причинами. В 1970-х годах в Шиловском районе выдалось несколько аномальных влажных лет, и молодые сосны в это время начали буквально скользить вместе со слоем мокрого песка, расположенного на глиняной подушке. Местные жители уверены, что в появлении загадочного участка леса виноват мощный ураган 1971 года. На сегодняшний день Пьяный лес рассматривается как претендент на включение в перечень объектов природного наследия Рязанской области со статусом «Памятник природы». Представляют ли деформированные сосны ценность для науки или нет, должна решить специальная комиссия. Тут должно заметить, что имеются многочисленные примеры других похожих мест в России. Например, березовая роща с кривыми деревьями есть под городом Киселевском в Кемеровской области. Здесь березы буквально прижаты к земле многие годы, а затем вдруг потянулись вверх. В Волгоградской области лес деформированных деревьев называют склоном бешеных молний. Еще более известен танцующий лес на Курской косе в Калининградской области. Конец краткой официальной исторической справки. То есть, в данном случае ученые точно знают, что ничего не знают, или старательно делают вид, что не знают. Как бы там ни было, мы видим причудливо изогнутые стволы молодых сосен. Причем у всех деревьев изгиб направлен в одну сторону. А верхушки деревьев растут ровно вверх, как будто ничего не происходит. Причем это не весь лес такой, а лишь небольшой его участок площадью примерно с футбольное поле. А далее в лесу вполне нормальные на вид деревья. Учитывая, что у официальных ученых нет единого мнения о причинах и процессе появления таких деревьев, выскажу свое субъективное мнение. Самое первое, что хочу отметить, это то, что спустя несколько минут по приезду в это место у меня, моей дочки и Евгения разболелась голова. Причем, когда мы уехали оттуда, головная боль у всех прошла. Это говорит о том, что аномалия продолжает действовать до сих пор. В пьяном лесу и грибы пьяные. Это, кстати, отчасти доказывает, что искривление сосен не результат какой-то однодневной аномалии, типа смерч закрутил, инопланетяне разбились или великан прилег. Нет, в этом месте до сих пор аномальная природная зона. Лично мной несколько раз были проверены уровни радиации, но они были даже ниже, чем обычно. 0,08 микрозиверт в час. Компас тоже не показал ничего необычного. Стрелка не крутилась ни внутри участка, ни при переходе границы из нормального леса на территорию аномального участка. Таким образом, можно сделать вывод, что некое поле до сих пор присутствует, и это поле имеет постоянное направление и напряженность по всей территории аномального участка. Для более точного определения характера этого поля необходим даже не дозиметр и не компас, а прибор, измеряющий напряженность магнитного поля Земли. Вполне возможно, что не так глубоко под этим лесом находится месторождение железной руды.
Именно с ней, скорее всего, и связано постоянное магнитное поле, действующее только в этом месте леса. Подобно Курской магнитной аномалии. Этому явлению в науке даже есть свой термин – тропизм. Читаем определение тропизма. Цитата. «Тропизм от греческого «тропос» – рост направления. Реакция ориентирования клетки, то есть направление роста или движение клеток относительно раздражителя». Конец цитаты. Посмотрите на спил деревьев в этом месте. Именно так и выглядит проявление тропизма в реальных условиях. Повторюсь, это деревья, спиленные в этом лесу. Очень часто причиной тропизма становится мощное электромагнитное излучение. Однако никаких электростанций, радиовышек или других источников энергии в данном районе нет. Единственное возможное объяснение – это залегание постоянного магнита под землей. А что может быть таким магнитом в природных условиях? Только железная руда. Тут можно задаться вопросом, а почему тогда остальные деревья ровные, почему раньше эта аномалия не проявлялась? Ну, здесь предположу, что на различные породы деревьев это поле действует по-разному, и возраст деревьев в реальности может быть больше, чем официальные 50 лет. Да, деревья на самом деле тонкие, и потому большинство, по привычке, автоматически считает их молодыми. Но тонкий не всегда молодой, внешний вид не всегда соответствует возрасту дерева. В обычных условиях определить возраст сосны можно, не спиливая дерево, по числу мутовок, то есть мест на стволе, откуда дружно во все стороны растут ветки. Каждый год у сосны вырастает прямой участок ствола с мутовкой веток на верхушке. Однако в приполярье или на открытых склонах гор выше зоны леса любые деревья могут выглядеть вообще на 5-10 лет и иметь при этом солидный реальный возраст. В тех условиях сдерживающим фактором роста являются сильные ветра и короткий теплый сезон. Вполне возможно, что мощное магнитное поле этой зоны леса также является сильным сдерживающим фактором роста сосен. И деревья в реальности старше 50 лет просто медленно растут, давая мутовки через год или даже два. На мой взгляд, это все очевидно, хотя, конечно же, и нуждается обязательно в дополнительной проверке профессиональным оборудованием. И тогда, если близко к поверхности действительно залегает железная руда, то становятся понятными танцы с бубном официальных ученых, которые делают вид, что не могут объяснить происхождение этой аномальной зоны и выдумывают различные объяснения типа вихрей и климатических причин, лишь бы не признавать наличие железной руды в этом регионе, так как наличие здесь руды ставит под вопрос официальную историю в целом. Кстати, к вопросу об официальной истории. Обратите внимание, что на карте 1816 года в этом месте, вместо одной большой реки Ака, есть разветвленная сеть речушек, а единой Оки нет. Это также косвенно подтверждает версию о том, что Ака была замыта грунтом, пока не пробила себе новое русло через эти наносы. Как итог, могу сказать следующее. Это место на самом деле загадочное и удивительное. И его стоит посетить хотя бы ради того, чтобы просто увидеть своими глазами. А заодно и почувствовать на себе реальное влияние магнитного поля. Кстати, тут должен заметить, что если у вас есть кардиостимулятор или другие электронные приборы, непосредственно отвечающие за ваше здоровье или жизнь, то рисковать все же не стоит. Друзья, на этом я с вами не прощаюсь. Еще много интересного имею рассказать в следующих фильмах. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До свидания.